кристально чистая вода. Ой-ой-ой. Ой, какая красотулечка, божечки мои. О. Чуть выше пояса. Плывем. Плывем. И вон сколько яхт, дома. Вот домики стоят. Вот один домик, и вот там еще один домик. Прямо люди живут на реке. На озере. Ой-ой-ой, холодная вода. Ой, какая красота, боже. Боже, какая красота. Я надеюсь, мой кампинг работает. Тут недалеко, чтобы там переночевать. Нет, так буду искать другое место. Какое чудушка. Боже, какое чудушка. Ой, хорошо, господи. Так, где рыбки? Рыбки там должны быть. Поплыли. Вон видна черная такое, как черный круг. Вот там глубина. Там самая-самая глубина. И там плавают рыбки. Пошли. Такой быстрый источник, такой сильный. Я плыву, а меня уносит. Вот он. Вот он. Тут как воронка. Ой, как хорошо, боже. Боже, как хорошо. И там эта воронка очень глубоко. Туда еще хрен донырнешь. Да рыбу не вижу. Прямо под ногами рыба у меня. Заплывать, наверное, поплыву.
Ой, какое чудо! Маловато что-то рыбы, но я знаю, где она вся сосредоточена. Тут я уже стою. Идем к секретному месту. Так. Боже, как красиво. А потом пойду туда гулять между яхтами. Вот тут вот рыба. Вон она вот там плавает. Тут уже поставили палки, якобы туда нельзя. Но я все равно туда проплывусь. Ничего нету. Вот она, где вся рыба. Все-таки нашла рыбу. Это свое место секретное. Пойдем дальше. Что-то мало рыбы сегодня.
Очень мало рыбы сегодня. Обычно тут вот это все просто в рыбе. И она такими кругами ходит. Вон она пошла, пошла, пошла. Прохладненько сегодня. Ой, как красиво, боже мой. Перебралась я поближе к лодочкам. Вот они, дома стоят. Вот один домик стоит, и вот рядышком яхта. Ой, как здорово, боже. Вот там вот я была, там сам источник. А тут мне чуть-чуть выше колена. Я могу встать? Вот так вот. И завтра тут тусовка начнется. Вот так в рядок становятся все эти яхты. И вперед. Люди прямо в воде готовят шашлыки. Вон домик какой. Я хочу в таком домике жить на воде. Мне нужен маленький-маленький. Вот такой вот, вот он стоит. Это понтон можно купить и сделать вот такой вот домик. И живи не хочу. Надо, кстати, об этом подумать. Я давно об этом думала. Но как-то... А куда машину тогда парковать? Как, если ее спускать на воду, этот домик? Опять же, воду наливать и все это прочее. Я бы с удовольствием недельку пожила бы на воде. Вон домик стоит серенький. Ой, как красиво, боже мой. Ладно, пойдем обратно рыбками любоваться. Хорошо, Господи. Да как же хорошо, Господи. Это рай. Самый настоящий рай. Ой. О. Пойдем дальше. Мелко-мелко-мелко. И там дальше все глубже, 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 глубже. Thank you.
go put him on the ramp. Там торчит рыбий хвост. Видно, ко мне он привалило. Вон сколько рыбы. Пришла вечером. Это фантастика. Ой, красота какая! У меня же пальцы похожи непонятно на что.
Вон ее, сколько рыбы. Вон она. Руками ловить можно. Ой, красота какая, боже. Ой, какая красота, боже мой. И вот рыба подо мной. Вот прямо под моими руками. Вон она пошла. Да жирная ж такая. Поймать бы одну такую на сковородку. Я замерзла. Все, надо выходить. Прям примерзла чуть-чуть, действительно. Боже, какая красота. Ой.
Ой, как здорово. Пару раз. У меня интересно, губы синие, нет? Мы когда в детстве плавали в море, замерзали, у нас синели губы у девчонок. Замерзла, пошли отсюда. Пошли, ветерочек такой хороший и прохладненький. Через 20 минут закрывается. Я уже накупалась. Все, пошли к машине. Посинела, прям замерзла. Я не помню, когда так я в городе замерзала. Ветерочек такой хороший. И так прохладненько достаточно. Сейчас тень зашла. Полотенце с собой не взяла. Бегом, 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 бегом к машине. Скорее переодеваться.